Друзья, всем привет, сейчас уже поздняя ночь, вот сколько времени, смотрите, без 15 час, а я решил попить чай с колбасой, вот такая вот колбаса Дымов, салями финская, вот видите, вот так она выглядит, такая вот колбаска, еще видите, выиграй 300 тысяч рублей. Человек, которого я пригласила, нашел модель интересными, однако не взял мастера вот так на работу. Как бы мне хотелось сейчас встретить его и... Передача сказать, идет по телеку про Кристиана Лабутена. Я так смотрю, ну интересно посмотреть. Вот, вот чай, короче, я вот такую пью. Вот такой пью. Как бар. Ну, такой нормальный, неплохой чаек. Вот он, брат сидит и ест рыбу с пивом. Короче, будем сейчас кушать с вами. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Она достаточно жестока и кровожадна, чтобы уничтожить целую страну. Такая вот колбаса. Бутерброды с копченой колбасой. А батона нету, да? Так, суп надо. Кто опять пройдись, кто-то упал, холодильник, а то опять рыбки. Уху так жалко. Уху вообще жалко, там столько рыбы этой было. Вообще, я как... Я так хотел ее поесть, но... Как увидел, блин, я вообще офигел, блин. Думаю, блин. Не, ну может, это и холодильник плохо морозит. Морозилку, может, нормально морозит. А сам, ну, вот именно корпус внутри холодильника. Да нет, нормально. А мне кажется, нет, бутылку, допустим, с пепси-колой, если ставишь не в морозилку, а просто в холодильник, она не охлаждается, она не холодная. Да. Ну, наверное, уже стрёмно, старый холодильник. Мы уже с Оксаной больше месяца общаемся, прикинь, уже полтора месяца. Каждый день переписываем с утра до вечера. По скайпу каждый день. Ну, она сказала, приедет ко мне. А? Ну, мы вообще планировали как в середине ноября. А ты сейчас не поедешь, сейчас будет три дня. Три дня выходных? Какие три дня выходных? Ну, суббота, воскресенье, 6 число, понедельник. В ноябре? Нет, мне надо денег подзаработать. Сейчас денег нету. Все, я поеду с пустыми руками. Мне бабло надо. Если бы у меня было бы, допустим, там 1050 сейчас в кармане, я бы поехал бы. И мы бы с ней бы в начале ноября встретились. Но так как у меня денег нет, мне надо еще заработать. Ни разу за полтора месяца с ней даже маломальского спора с ней даже не возникало, прикинь. Может, она моя судьба? Он какой-то длинный, но он какой-то худой, да? И шерсть у него вообще мало. Ты его покупай, посмотри, какая у него шерсть некрасивая. Ну покупай, Гриш, вот ты кого-то учишь. Возьми, покупай. Ты его поможешь, а он совсем другой вид у него будет. Я ему говорю, ты, по-моему, он говорит, ты, по-моему. А что это, кот мой, что ли? Нужно вот такая комплекция. Мясо тебе надо побольше, да? Он почему-то ночью еще мяукает, слышишь?
Это кто-то, если идет в туалет. Нет, я вот сплю, допустим, темно еще, ночь, все спят, а он ходит, мяукает по квартире. А когда спать хочешь, он мяукает, блин. Знаешь, как начинает это раздражать? Ты не раздражаешься. Вот. Вовка ему сказал, а ты не раздражаешься. Да, он скажет, ты не раздражаешься, а ты не раздражаешься. Сегодня с нами опять снимался этот армянин. Такой классный, он, который, ну, все любит рассказывать, адвокат. Мы уже с ним третий раз встречаюсь на съемках. Ну, за это время, за месяц второй раз. Он вечно какие-то байки рассказывает, с ним именно весело. Он играл сегодня грузина. Но он быстро, ему повезло, он снялся буквально 20 минут, и все. Ему деньги отдали, и он уехал. И сколько же надо? Ну, как и всем нам. Да? Что, такие мелочи? Да. 800 рублей? Да. Он говорит, что ему нравится в кино сниматься. Но он мне говорит, он с режиссерами не церемонится. Он там, говорит, может и послать его нужно. А его все равно приглашают. Я с режиссером, правда, еще ни разу не ругал. Да ну, это вообще... Нафиг это надо, блин, лишние эти, блин. Ты все равно ничего не докажешь, а репутацию себе испортишь. И если так разобраться, как бы, если он по делу там кричит, он же на съемочной площадке начальник, он же лучше разбирается, он же видит, как должно быть на самом деле, правильно? Он знает, что он хочет, да, от тебя. А ты не знаешь, можешь не догадываться, можешь не понять, можешь там еще что-то. Он-то знает, что он хочет от тебя. Ну, ты, тебя же никто не заставляет. Не нравится, не приезжай, правильно? Сиди дома, если тебя это напрягает. Спасибо. Тут с одним парнем разговаривали, когда позавчера, когда я их нес. И он тоже говорит, да, типа, говорит, пусть орут. Говорит, ну, говорит, не обращай на них внимания, да и все. У них же тоже, это же тоже такая, это не то, что тоже, это вообще самая ответственная работа быть режиссером. Ты же все нюансы должен знать, и административные, и как кино снимать, все вот эти, все же ложится, там прикинь, какая ответственность. А он вот этого, слышишь, судят сейчас режиссера, я забыл, какого фамилию. Нет, нашего какого-то, что, ну... Растрата денег не... Нецеленаправленно? Да, нецеленаправленно. Там подала Поклонская что-то на него, это там, в суд.
блеф по-испански. Да-да, блеф. А кот-то у нее с колбасы. А тебе нравится моя московская колбаса? Ну, я имею в виду, который вот этот сорт называется, московская. Да? Вкусная, да? И там такое сало, что оно даже не чувствуется, да? Если бы думал о чем-нибудь.